Непогода стала причиной аварии на дорогах города. Сегодня рано утром столкнулись два маршрутных автобуса. В результате ДТП пострадали три человека. Среди пострадавших пассажиров 45-летняя Балжан Баюзах. Она ехала на работу по первому маршруту. «День сегодня не задался», — говорит Балжан. Ее с травмами госпитализировали в городскую больницу. «Я ехала на работу. Помню, что автобус сильно качнуло. Я получила травму бедра. Вместе со мной пострадали и другие пассажиры, ехавшие на первом маршруте». Сильный гололед стал причиной аварии, и все же правоохранительным органам предстоит провести свое расследование. Надо сказать, что синоптики прогнозируют в ближайшие дни череду обильных осадков. Быть осторожными на дорогах просят всех, и пешеходов, и водителей. Баян Култанова, Берик Баймбетов, Кызылординское общественное телевидение.